перевозим форельку с холодного на теплый. 130, сказали чуть поджать, я поджал. Теперь не успевают. октября 2022 года, перевозим форель. Погода вообще бомба. Уже все расформировали, здесь блок пустой. Там блок пустой, здесь блок пустой, вот маленько осталось. Мелочь почти все вывезли, уже 100, что-то 6 тонн что ли вывезли. Там уже все пусто. Туда поставили в отстойник, все-таки подняли, будем снимать. Погода, там снег походу пьесы идет жесткий. Здесь вот у нас радуга, дуга, а здесь край света вообще. О, солнышко, еще лампочка пытается что-то проглядеться. Насос работает, качает. И мы счастливы! Все. Тут у нас, правда, шланг порвался. А он специально, его насаживать сложно, пока так перемотали. Но вообще, конечно, бомба. Рыбу зажал. И все. Здесь все-таки выбираем, потому что мелко. Рыбы много в садках, чтобы не порвать. Здесь как раз камень упал. Сейчас пойду посмотрим, какая там температура, 9 градусов, чуть с лишним. Все, вот. Зажимаю. Вторая бочка, сейчас мы маленечко еще подожмем. Форель триплоид. Опасный момент, сейчас надо крючок найти. Маленечко подожмем. Вроде кажется страшно, ничего не страшно. Вода холодная, рыба хорошо себя чувствует. Привязан вот насос, сас, опасный момент. Вот он кушает рыбку. Кушай, кушай, дорогой. Сейчас мы ему еще маленечко дадим прикурить. Опасный момент. Кто так накручивает, интересно? Наверное, я. Садки 12-й, трень такая. Слабенький текст. Вообще, смелость. Опасный момент. Вот так. В струночку он. Сейчас он будет кушать. Все, насосик качает. Там у нас станинка, все дела. Опасный момент. Опасный момент. Сейчас залезу и упал. Опасный момент. Но сейчас точно небо упадет. Ты не уходи сам. Да не. Все. Бочка, весы. Лёхе привет передавай. Все равно тебя бывает. Одна мимо ушла. Огонь вообще. Че, мы когда начали? 12-го? 13-го начали. Сегодня 25-е, 12 дней. Че, 106 тонн, да? 106 тонн вывезли. Все, огонь. Вообще классно, конечно. Приятно. Все, это потом матрицу убираем на прокачку туда. Край 220 остался? Ну, хорошо. Бомба. Ну вот теплый участок. Вот две линии зарыблено. Вон, да зарыбляемся. У нас на холодном 9 градусов. Здесь 18-20 градусов. То есть там уже все. Сезон закончится, а тут только начнется. Зарыбляем сразу с газона напрямую. Че, Андрей, батька, живой? Там потом по садкам, сейчас я подойду. Ага, там потом еще подойду. Все, вот газоны сразу заезжают, проливаются маленько там. Буквально 3 минуты, больше не надо. С теплой, ой, с холодной на теплую всегда удобно завозиться. Садок 4.10. Отходит после перевозки. Садок 4.10, садим тонну 200 на рост.
в маленький 800, 6,5-4, глубина 4 метра. Вот после перевозки сейчас маленечко будет отход. Триплоид, американский траут лодж. Навеска от 250 до 600 грамм. Ну, товар уже будет. Все вот так вот. Красота такая. Ну, это мы этот ЮАР посадили по 2400 сразу на садок. Ну, то есть вот на такой же садок 2400. Пусть сидит. Это-то точно обгонит американская траут лодж 100%. Поэтому пусть растет. Такая красота. Сейчас у нас будет 18-16, только в декабре еще будет 12-11. Так что нормально, еще темп просто будет огонь. Первый раз завозимся так лихо. Обычно в ноябре, в конце октября. Это конец октября, у нас уже все сидит, кормится. Вообще классно. Благо линии вот такие свои. Не эти LM4. Вот так вот происходит завоз. Три бака по 1,7 куба. За раз перевозим тонну 200, то есть на бак 400 килограмм. Можно и по 500, но не имеет смысла особо хамить. Все, вообще красота. Здесь видеосъемка строго запрещена. Да, еще бы мы вас спрашивали, но... Ну все, удобно. Сейчас она приходит, конечно, такая маленькая. Свечку вроде как кажется. А потом нормально. Отход вот с тонны 200. Там самое много 28 штук, что-то такое. А так 4, 5. Но... 10 штучек ни о чем вообще. Все. Вот она после перевозки пляшет. Красота. Ох, кормить это добро. Сейчас вот завезем где-то тон 130. Ну, реализовывать, конечно, будем. Так-то, конечно, если все до конца оставить, страшно. Ну, кормить это. Песня. Ладно, все. Поехали, а то давно ничего не снимал. Уже ругать начинают. Единственное, в чем проблема, это вот, вот эта вот красота. Среди бегущих первых нет отстающих пеньки. Их приходится, водолазы приезжают, ныряют, цепляют и краном вот плавучим выдергиваем. Вот такая вот красота. Вот этот прям, ну он значит, видишь, уже плавал. А этот прям выдрали из земли. Вон там лежат. Вот периодически еще воду сбрасывают, приходится все это выдергивать. А так все хорошо в основном.